Минувшие выходные на сцене Большого зала Ленинского мемориала в рамках фестиваля «Осенние гастроли» ульяновскому зрителю представили концертную постановку оперы Джакомо Пуччини «Богема». Приурочена она к 160-летию со дня рождения известного итальянского композитора. Музыка, которая требует действия. Ульяновский государственный симфонический оркестр «Губернаторский» под руководством заслуженного артиста Тимура Зангиева и приглашенных солистов ведущих музыкальных театров страны погружают зрителя в сцены из романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Париж, 1830 год. Рудольф и Мими. Эмоции от радости до горя. Музыка Пуччини, она в принципе необычная, она красивая, она великолепная даже для нас, для исполнителей. Она не может не тронуть сердце, потому что в конце оперы мы не играем, мы не кривляемся, у нас действительно появляются слезы, потому что это музыка, которая, я думаю, способна растопить любые сердца. Главную роль возлюбленной Рудольфа исполнила приглашенная солистка Московского музыкального театра. Для того, чтобы передать весь трагизм оперы, подготовка велась на протяжении года. Работа была очень долгая, сам образ для меня сложен из-за его крайней лиричности, потому что Мими натура очень тонкая, нежная, чувствительная. Она не приспособлена для агрессивной такой жизни этого мира. И поэтому в работе над ролью приходилось искать в себе такую женственную мягкость и что-то подобное. Приглашение таких крупных коллективов можно назвать особенностью осенних гастролей. Впечатляют как имена артистов, так и сама программа. Несмотря на то, что опера не самое частое явление в репертуаре, ценителей и знатоков нашлось немало. Понимаете, это вот есть оперы очень большие, да, там «Князь и Игорь» какой-нибудь там, такие огромные. А это такая камерная немножко опера, не очень большая, там не очень широкий состав исполнителей, но там очень в музыке интересные ходы, там нужно очень высокую подготовку исполнителей, и вот этим она и интересна. Олег Тюрин и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.